потратили. Сегодня я буду выполнять довольно глупый челлендж. А именно, сегодня я постараюсь сделать самый кислый напиток в мире. Для того, чтобы выполнить этот челлендж, нам потребуется лимон, апельсин, помело и, конечно же, лайм. Да блин, чё у меня сегодня все падает? Осталось только это все порезать пополам и поместить в нашу соковыжималку. Да прибудет со мной сила Тора. Вы, наверное, будете сейчас удивлены, но это не апельсин, а грейпфрут. Офигеть. Ну, кстати говоря, не все так уж и плохо. У меня есть апельсины, так что продолжаем эксперимент и добавляем грейпфрут. Офигеть, он так вкусно пахнет. Вау. Как я мог не отличить апельсин от грейпфрута? Объясните мне, пожалуйста. Я чувствую этот вкус лимона. Вы посмотрите, какая она здоровая. Я ни разу в жизни не пробовал помело, так что это мой первый раз. Вау, она такая сочная. Вау. Это похоже на гигантский грейпфрут. Это помело, а это грейпфрут. Осталось нарезать лайм. Обожаю запах лайма. Вау. И вот все наши нарезанные фруктики. На самом деле, я этой соковыжималкой пользовался всего лишь один раз, поэтому, если я сейчас жестко залажаю, вы не обессудьте, пожалуйста. Вытащить отсюда всю мякоть и поместить вот в этот сосуд. А апельсинчик пошел. Блин, мне сок лимона в глаз попал. Лимончик пошел, лайм пошел, грейпфрут пошел, помело пошла в бой. Бам! Наши фруктики готовы, осталось все это замесить. А что так мало? Я думал, будет больше. Ну ладно, это тоже неплохо. 200 миллилитров. Окей, этого будет достаточно. Теперь берем все это дело и заливаем в наш термос. На весь процесс готовки мне потребовалось примерно 15 минут, но я думаю, напиток оправдает мои ожидания. Итак, вы готовы, чуваки? Раз, два, три. Очень кисло. Я даже сказать ничего не могу. Вы видите мои глаза? Они слезятся. Я выпью его до конца. Очень кисло. Вы не представляете, насколько. Такое ощущение, как будто я выпил кислоты. Воу. Такие коктейли... Блин. Такие коктейли надо пить по утрам, потому что они прям так взбодрило вообще. Ничего так. Я думаю, я все это выпил не зря, и вы уже поставили лайк и подписались на мой канал, если вы еще не подписаны. Если хотите, то вы можете это попробовать дома. Думаю, для эксперимента будет неплохо. Ну а с вами был Позитифон. Кислый Позитифон. Спасибо за просмотр. Всем адьос. Playtime. Like a Hellcat.